Напомню, Всебелорусское народное собрание начнет свою работу 11 февраля. На нем будут обсуждены основные пути развития нашей страны на ближайшие 5 лет. Каким видят свое будущее и чего ждут от масштабного форума белорусы? Наши корреспонденты поинтересовались у жителей разных городов. Чего я жду от этого собрания? Прежде всего, это поддержки главы государства, того курса, по которому развивается и сегодня, и в дальнейшем должна развиваться наша страна. Это сохранение тех традиционных ценностей, которые дороги каждому из нас. Это и традиционная белорусская культура, это наша традиционная семья. Я жду, что мы законодательно укрепим историческую память нашу о войне, чтобы ничьи попытки не смогли исказить нашу историю, чтобы то, что было нами завоевано в тех страшных боях, в тех страшных событиях, помнили не только мы, но и наши дети. Ну и сохранение суверенитета и государственности нашей страны, наверное, сегодня это основная задача. Я уверена, что будут все услышаны. Наверное, этот год был такой очень тяжелый для каждого из нас. И каждый пересмотрел вокруг себя людей, обстановку. И я понимаю, что, наверное, самым важным сейчас для нас, это особенно для жителей провинции, когда мы привыкли жить спокойно, размеренно. Самое главное для нас – это мир и спокойствие. Это общественно-политическое важнейшее событие в нашей стране. Закончилась 5-летка, начинается новое. Хотелось бы, чтобы сохранилась государственная поддержка молодых семей, в том числе строительство жилья. Тенденция предоставления первых рабочих мест выпускникам вузов. Мы ждем посыла, который будет озвучен для всей нашей страны, для наших граждан, что мы будем знать, что в ближайшие 5 лет, куда будет страна двигаться, какими темпами будет идти это развитие, в каком ключе. Ждем, наверное, какой-то более такой же спокойной, нормальной атмосферы, в которой страна будет развиваться.